Мировые судьи работают в Брянской области с 2000 года. Этот институт третьей власти значительно уменьшил нагрузку на федеральные суды и максимально приблизился к населению. В Жуковке на весь район два мировых судебных участка. Оба расположены на улице Строителей, 1. На заре своей деятельности жуковские мировые судебные участки занимали всего 3 кабинета при районном суде. Потом переехали на первый этаж этого здания. Со временем места перестало хватать. В 2019 году судьям выделили и второй этаж. А в мае прошлого года здесь начался ремонт. С его завершением рабочая площадь увеличилась вдвое. Сейчас это оснащенное по современным требованиям 456 квадратных метров. В здании есть залы судебных заседаний, архив, комната для вещдоков, помещение для конвоя и подсудимых. Безопасность, комфорт и системы фиксации данных на уровне. 22 года, в принципе, скоро будет это. И у нас открылся институт мировых судей. Мы все это помним, это все было на наших глазах. И с 17 года правительство начало оказывать вам всяческую поддержку. Строители преобразили это здание от фундамента до крыши. Сегодня все вы работаете в светлых, просторных кабинетах. У вас новая мебель, новая абсолютно оргтехника. Поэтому в этих условиях я искренне надеюсь, что качество вашей работы изменится и вы будете работать еще лучше. Из 32 помещений, находящихся в управлении, 16-е помещение проходит капитальный ремонт с полным оснащением всей оргтехники и систем видеонаблюдения и безопасности. Сейчас соответствует помещение вашему статусу, поэтому надеюсь на плодотворную работу, качество работы, ну и, я думаю, нареканий не будет. Работать здесь будут 7 сотрудников, в том числе двое мировых судей. Почти 70% всех дел Жуковского района под их юрисдикцией. Светлана Дробкова, Дмитрий Матеров. События. Жуковка.